Доброе утро, дорогие зрители! С вами я, Иван Гончо, и это передача «Мое утро». Руанская армада собрала 50 парусников и военных судов со всего мира. Россия представила 4 судна, 3 учебных парусника «Крузенштерн», «Мир» и «Седов», а также копию исторического корабля Петра I «Штандарт». Десятки исторических парусников и современные военные суда прошли вверх по Сене и пришвартовались в порту Руана в Нормандии. Здесь проходит традиционный фестиваль «Руанская армада», который отмечает 30-летнюю годовщину. На праздник прибыли 50 кораблей из разных стран, в том числе из таких далеких, как Бразилия и Канада. Россия представила 4 судна, 3 учебных парусника «Крузенштерн», «Мир» и «Седов», а также копию исторического корабля Петра I «Штандарт». Фестиваль продлится 11 дней. Каждый день будут проходить парады, концерты, мастер-классы и выставки. Все мероприятия можно посещать бесплатно. Также можно свободно подниматься на борт любого корабля. Каждый праздник собирает в Руане миллионы гостей. Организаторы ожидают, что в этом году его посетят не менее 700 тысяч человек. Фестиваль проходит раз в 5 лет. В этом году по традиции последний день праздника завершится грандиозным парадом моряков и торжественным отплытием судов. Сегодня 31 июля – прекрасный день для выполнения тренировок, а также упражнения для пресса и ягодиц на улице. Предательски вкусное, но жирное блюдо. Зимнее, простое. Вроде как обычная запеканка, но есть в ней что-то особенное. Картофельный гратен.
Хочется мяса? Сочного? Вкусного? Да еще чтобы рецепт был простой и быстрый? Пожалуйста! Сегодня приготовим блюдо американской кухни, которое полюбили во всем мире – домашние куриные наггетсы. Интересные картины и панно – это те элементы декора, которые сделают ваш дом оригинальнее и ярче. Осмотрите свой дом, ведь наверняка здесь имеются пустые стены, которые можно украсить. Несколько вариантов в нашем ролике. А следующая рубрика для наших зрителей сладкоежек. Как приготовить решетку на пироге.
Продолжая тему сладостей, сегодня научимся готовить слоеные ушки. А на этом все. С вами была передача «Мое утро». Я ее ведущий Иван Гончо. Впереди последний месяц лета. Желаю вам провести его весело и продуктивно. Ну а для наших самых маленьких зрителей – мультфильм.